Привет, друзья! Во-первых, с наступающим 1 сентябрем вас и ваших детей. Пусть они учатся хорошо, как говорится, слушаются папу и маму. Теперь уже и педагогов, если в первый класс идут. Ну, короче, с 1 сентября. Вот из-за этого 1 сентября мы немножко задержались с выпуском на подготовках к штурму и с Натальей, которая переводит синхронно то, о чем я буду говорить. Но сейчас я вам скажу важную вещь. Мне часто спрашивают о том, что такое нулевое состояние. И нулевое состояние – это состояние эмоциональной отрешенности, эмоциональной дистанцированности. И меня спрашивают, а когда это у нас бывает? Иногда бывает спонтанно. Это бывает между сном и бодрствованием. Это бывает момент очень большой усталости, когда ты сидишь и как бы ни о чем не думаешь. Вот это вот. Мысли не сопровождают, эмоциями не сопровождаются. Но это мы научаемся в школе человек будущего Homo Futurus получать очень легко с помощью самых простых действий, которые человек подбирает сам себе по определенному критерию. И потом научается выходить в это состояние. А это самое состояние, это, кстати говоря, вершина достижения многих практик медитации. Но самое интересное. Для мозгового штурма, который у нас предполагается, где мы будем решать какие-то проблемы очень важные, которые всем волнительны, всем интересуют, как их решить, чтобы улучшить собственную жизнь и улучшить жизнь ближних. Там. Какое имеет отношение это нулевое состояние к этому штурму? Говорю о том, что структура этого штурма будет заключаться в следующем, что вы загружаетесь этой проблемой, обдумываете ее, Потом применяете двухуровневую синхронизацию, я покажу приемы. Да. Думая об этой проблеме. А потом садитесь, когда вы уже думали об этой проблеме в обычном состоянии, потом думали на фоне раскрепощающей двухуровневой синхронизации, там 1-1,5 минуты. А потом сели, у вас наступает нулевое состояние. Да, и тогда эмоции отключаются от текущих мыслей, и вы сидите, и задача сама решается автоматически, потому что вы внутренним диалогом своим, который постоянно у нас присутствует, как жвачка такая, она уходит, этот диалог уходит и не мешает нашим мозговым нейросетям найти верные ответы. То есть вы отстранились, эмоции ушли, эго вашего нет. Задача решается на автомате. Но это так кажется, на самом деле там идет глубинная проработка без вашего вмешательства, где нету страха за ошибку, где нету комплексов, где нету шаблонов. Мозг свободно решает. Вот это вот свободное состояние сознания, когда решается загруженная задача себе на автомате, на автомате. Но это так кажется, что она сама решается. На самом деле вы ее решаете, но решаете в оптимальнейших, идеальнейших для себя условиях. То есть вы создали себе могучее рабочее место, свободный процесс сознания на заданную себе тему. Это и называется у нас в школе «Человек будущего» Homo Futurus методика озарения по заказу. Ну, откройте наш там. Посмотрите, что у нас на доске школы написано. И там есть методики восстановления, раскрепощения, мобилизации и озарения по заказу. Ну, такого в мире еще пока не было. Это я использую для подготовки изобретателей, людей такого интенсивного творческого труда, чтобы они быстрее продвигались в своих профессиях, в своих делах. Ну и хорошо. Значит, до встречи. Итак, берем ноль, мы об этом еще поговорим, и делаем штурм. А через денечек мы запишем вам с Натальей, которая будет переводить меня на английский, и сделаем это международным. Да. Ну, до встречи.